Да. Алло, здравствуйте. Алексей Полевой меня зовут. Я являюсь старшим специалистом компании Emerging Markets. Мы являемся международным брокером. Набираю вас касательно регистрации. Вы видео ранее проходили регистрацию, интересовали заработком в сфере биржевой торговли, верно? Как у вас Emerging? Я не помню такого. Emerging, да, Markets. Emerging Markets? Абсолютно верно, да. Вы у нас проходили регистрацию, интересовали заработком как в сфере биржевой торговли. Вот хотел с вами поговорить, ознакомиться немножко с вашей компанией, ну и непосредственно рассказать, на чем зарабатывают наши клиенты. Подскажите, как могу к вам обращаться по имени? А что, разве в регистрации не указано было? Я не указал. Только вот сугубо номер. Как номер? Но там же нужно, наверное, ввести имя, фамилию, имя или просто имя. Абсолютно верно. Так, такие данные предоставил маркетинговый отдел. Скорее всего, возможно, какие-то некорректные данные были. Может, даже не уточнили имя или фамилию, поэтому, может быть, тоже какой-то сбой непосредственно. Вот это вы говорите, мы Emerging Markets, я такого не помню. Может быть, это из Газпрома? С Газпрома? Вряд ли из Газпрома. А вы еще интересовались, вы понимаете, заработком в Газпроме, правильно? Я просто видел сегодня рекламу. Сегодня же поступила заявка, да, или она старая? Сегодня, да, сегодня. Вот, да, да, все правильно. Я вот смотрел рекламу на Ютубе. Ну, реклама она была, красивая. И там людей спрашивали, сколько вы зарабатываете на Газпроме или на русском газе, как-то так. И они там называли суммы от 100 тысяч. Вот мне как-то интересно. Я вас понял. Ну, я так понимаю, что, в принципе, оставили свои данные, правильно? Ну, сегодня на Газпроме я там указывал, как ко мне можно обратиться. Наверное, вам кто-то недобросовестно мои данные передал. Честно, вот такой информацией не владею. Просто мне... Поэтому с радостью вам, да, сказал бы, все рассказал, но вижу, что просто проходили регистрацию, интересовали заработком, поэтому я вас набираю для того, чтобы как-то ознакомить с данной сферой и непосредственно как раз рассказать, как это все будет происходить. Так а все же, как могу обращаться к вам по имени для более удобного диалога? Просто, да, знакомые тоже в колл-центре работают, поэтому вы как работник колл-центра всех вот этих подробностей можете не знать, и это нормально. Смотрите, ни в коем случае не сравните нас с колл-центрами и так далее. Мы являемся международным брокером, поэтому это совсем разные понятия. Нет. Конечно, колл-центр это немножечко вообще другое совсем. Мы вам да, даем возможность стабильно зарабатывать, ну, непосредственно приумножать ваши средства. Подскажите, вот ранее вообще с инвестициями сталкивались? Нет, не сталкивался. А вообще слышали что-то вот о биржевой торговле? О биржевой торговле я вот только видел во всяких роликах, там человечки такие в смешные, в белых рубашечках кричат. У них там графики зеленые, красные, вот эти вот кардиаки. И они... Да, так оно и есть, так оно и есть. Ну, вот эти как раз графики зеленые, да, это называется, естественно, китайские свечи, да. И, соответственно, зеленые свечи – это на рост, красные – это на падение. Вот, мы с вами можем зарабатывать как раз как и на росте, так и на падении. Тут, в принципе, зависит все от информации, которую владеют наши аналитики, то есть аналитический центр. Вот. Извиняюсь за дилетантский вопрос. А вот раз можно зарабатывать и на росте, и на падении, чего же они так нервничают? В любом случае же заработают. В любом случае работают, конечно. Ну, не всегда они нервничают, правильно, иногда радуются, вот. Не, тем более...